Васильевна, скажите, пожалуйста, как избавиться от родового проклятия? Вопрос очень широкий. Здесь в плане нашей программы рассказать это все, это сложно. Это проводится определенный обряд, это диагностика идет по анамнезу, это очистка такая проводится с помощью такой магии белой, но это очень-очень такой широкий вопрос, чтобы как избавиться сразу, тут сложно рассказать. Это просто нельзя рассказать, как это. Это секрет самого мага и самого специалиста, как это происходит. Это только на личных приемах я могу это показать, и человек видит. Но хотя я вам скажу, что родовое проклятие – это очень редкий вид порчи, очень редкий. Значит, нельзя концентрироваться, что вот родовое проклятие, человека нельзя запугивать. Это бывает в одного человека из 200, из 300. Очень редко, да? Очень редко.